Всех приветствую, друзья! Хорошего дня или вечера! Сегодня будет обзор из двух магазинов Fix Price в городе Челябинск. Всем приятного просмотра! Декоративная фигурка Элин, размер 75 на 125 на 45 миллиметров. 149 рублей из гипса. Выставили прошлогодние наборы с яйцами, расцветки которых мне очень тогда нравились. 8 штук, цена 116. Кстати, если вы живете в Челябинске и ищете курочек из прошлогодних коллекций, то на Чечерина 37Б их в достатке. Новинка – набор ароматических жидкостей для диффузоров. Две штуки по 40 мл. Цена 149 рублей. Только что появились декоративные тарелочки, мне напоминают форму яйца. Сделаны из гипса, цена 149 рублей, разные цвета. Здесь, например, добавлен голубой краситель, а также фольга под украшение или в качестве декора. Декоративная подставка для мелочей, очень симпатичная. Зайчик с сердечком держит золотистую тарелку. Не менее милый вариант с котиком, цена 199 рублей. И есть еще третий вариант с мишкой, пишите, какой круче. Универсальный подсвечник со стороны выглядит как стакан, но внутри еще мини-рюмочка. Называется Дежавю, цена 149 рублей. Камешки декоративные, в сетчатом мешочке, стеклянные. Можно положить в горшки, а можно обклеить что-то, цена 99. Новая пряжа появилась в магазине Fix Price, 100 грамм. 300 метров, состав 100% акрил, помимо черной есть другие три расцветки, цена 116. Еще одна пряжа для вязания амигуруми. 51% акрила, 49% хлопка, 165 метров, в ассортименте цена 116. В Fix Price даже можно приобрести упаковку бахил, 50 штук хватит надолго за 79. Все еще в магазине продаются дозаторы для жидкого мыла, оставьте, пожалуйста, свой отзыв, каждый раз прохожу и думаю, брать или нет. Работает от батареек, цена 349 рублей. Новые щетки, скошенные. Три цвета на выбор. Густая щетина, снизу рельефная, 100 сантиметров за 124. Набор для уборки. Необычный закрытый совок, пока что все не в собранном виде, в сером, голубом и бежевом цвете. Сама щетка очень хорошо набита, ровный срез, цена 349. Классная новинка, это ведро для мусора с фиксатором, объемом 9 литров. Ведро, правда, это будет постоянно открыто, есть инструкция сбоку, два цвета за 249. Простое ведро с ручкой, объемом 4,5 литра. Цвета в ассортименте 69 рублей. Снова пополнился ассортимент цветов коробок, 99 рублей, 25,5 на 18 сантиметров. С новыми дизайнами коробки с крышками, внутри одно отделение. Объем 3 литра 300 мл, есть еще с ласточками, за 116. Крошечный контейнер разделен на три части, подойдут для канцелярии, больше не пищевой пластик. 55 рублей, на выбор 3 расцветки. Признавайтесь, вы уже открыли сезон чистых стекол. Фикси нашла окна-мойку, 40 сантиметров за 116. Фикси даже есть водосгон для автомобиля с пульверизатором в центре. Мне кажется, это очень удобно, да и дома такой можно использовать. С губкой с одной стороны. Разные цвета, цена 79. Щетка силиконовая, универсальная, цена 79 рублей. Резиновый скребок с одной стороны, мини-щеточка сбоку и основная. Отличаются по цвету. Рядом висят нитки, школьный набор разных цветов. В упаковке 7 штук по 10 метров каждая. Цена 149 рублей. Частенько в продаже есть нитки, наборы за 99 рублей. Наборы отличаются по цвету, по 12 моточков. Тряпка для пола, большая, 70 на 80 сантиметров. Будет хорошо впитывать влагу, цвета в ассортименте за 116. Супер набор салфеток, 3 штуки, 30 на 30 сантиметров и 50 на 60. Цена 149, разные. Набор серебристых губок для эмали и тефлона. Две штуки за 55 рублей, не жесткие. Привезли новые рулонные шторы, мини. Размер 60 на 160 сантиметров, с рисунками. Очень приятные универсальные расцветки, здесь однотонные.
молочные, вот здесь вот белые. Смотрите, даже есть темные, серенькие. За 399. С коллагеном, кератином и витамином. Шампунь от Дуру. Объем 600 мл за 149 рублей. Снова в продаже. Мыло в красивой упаковке с дозатором. Объем 500 мл. Отличаются по цветам за 149. Прорезиненные овальные коврики для ванной с блестящими вставками. Золотистыми, серебристыми. Размер 66 на 35 сантиметров с присосками за 249. Вешалки с прорезиненным покрытием сверху в новых цветах. В наборе 5 штук, цена 149. На выбор 3. Набор вешалок 10 штук. Подойдут для легкой одежды, цена 174,50. На выбор серые, розовые, голубые. Набор прихваток 2 штуки, сверху полосочки прорезиненные. Прихватка не будет скользить по столу, 199 рублей 17 на 17. Симпатичные бутылки переливаются словно стекло, но это не так. Предназначены для воды, объем 560 мл за 99. Предназначены для холодных напитков, в кадре выглядят не так эффектно. И на выбор 3 цвета. Акция на чашечке 420 мл 62 рубля. Сделаны из фарфора, есть еще и розовые. Стеклянные баночки с пробковыми крышками, для специй, к примеру. Объем 300 мл, цена 49,50. Подставка под ложку деревянная, надпись на английском «Давай есть». Цена 124, рисунки отличаются. Полка кухонная, размер 390 на 188 мм. Обратите внимание, она не настольная и не для шкафчика, а для подвешивания к шкафчику. Здесь есть специальное липкое крепление, цена 199 рублей, в новой коллекции в белом цвете. В этой же коллекции есть фруктовые корзинки. 25 сантиметров, состав углеродистая сталь, прутья толстые, цена 199, отпад. А если вы за творчество, то эту корзинку можно использовать в качестве абажура и обшить какой-нибудь тканью. Следующая деталь из коллекции – это сушилка для посуды. Насколько она универсальная, пишите в комментариях, кто пользовался. Цена 199. Снова привезли отличные контейнеры для холодильника. Органайзер размером 9 на 32 на 16 сантиметров, 149 рублей. Подставка для кофейных капсул, как показано на картинке, есть белого и черного цвета. Здесь сверху чайничек, есть ананас либо чашка, цена 99 рублей. Корзинка на дверь подвесная, черного цвета, цена 149 рублей. Вот так ее нужно подвешивать, размер 28 на 11 на 21. Также есть пластиковые корзинки на дверцу серого и белого цвета. Пищевого значка нет, производит Россия за 99. Комплект контейнеров 5 штук. 200, 450, 850, литр 500 и 2 литра 300 мл. С цветными крышками, цена 199 рублей. Большая миска из нержавеющей стали с цветной ручкой и сливным носиком. 3 литра 400 мл, цена 249 рублей. Отличная новиночка в кухонном отделе – молоток. Ручка легкая, а основание тяжелое. Некоторые элементы из этой коллекции можно рассмотреть на этикетке. Цена 249 рублей, состав нержавеющая сталь. Миска-салатница с крышкой, на крышке есть рисунок, объем 2 литра. На выбор две расцветки, цена 83 рубля. Абсолютно такие же салатники, но за 124 рубля, объем 3 литра, 200 мл. Немного покажу книг, в прошлом видео их было достаточно. Новые книги с мягкими обложками за 199 рублей. Да, пускай здесь не какое-то великое качество, но намного бюджетнее, чем покупать в книжном магазине. Нет ярких картинок, но текст один и тот же. Прекрасная серия детских книг про Чука и Гека, Мой Додыра, Чебурашку. С твердыми обложками, яркими картинками, цена 249. Скетчпэд на спирали, 40 листов белого цвета, плотностью 120. 124 рубля, обложки отличаются, плюс открывается либо вверх, либо в бок. Заметила набор фломастеров, 12 штук, в пластиковом пенале бутылки.
Фломастеры треугольной формы, цена 149 рублей. Еще одна крутая находка в канцелярии. Смотрите, это Горыныч. Фигурная ручка, 8 цветов. Экономит место в пенале, цвета в ассортименте 62 рубля. Привезли очень много мячей, цена 399 рублей. Здесь вам и футбольные, и волейбольные, уже надуты, но, возможно, не везде. Сразу два варианта мыльных пузырей в мячах. Одни за 99 рублей, другие за 149. Объем одинаковый, 200 мл, только разные формы. Игрушка для развития моторики для маленьких детей, шнуровка. С персонажами из мультиков за 124. Еще одна новинка для детей – это аквариум. В наборе есть рыбки. Необходимо самостоятельно наполнить водой. Также нужна батарейка для подсветки. Цена 299 рублей. Игрушка для активного времяпровождения – вертокрыл. Необходимо еще дособрать для детей от 3 лет. Цвета в ассортименте – 99 рублей. Из года в год фикс прайс привозят самые бюджетные скейтборды. С элементарной конструкцией, цена 399 рублей. Набор от Sport & Fun, водяные бомбочки, маленькие шарики в количестве 290 штук за 124. Большой красивый подарочный пакет, размером 45,5 на 33 на 13 сантиметров. Кажется, он словно сделан из стеганой ткани. За 116 розовые и голубые. Сколько мы с вами видели расчесок для волос, а фантазия все не иссякает. 149 рублей, небольшие. Держатель магнитный для телефона в салон автомобиля. Крючковое регулируемое крепление, максимальная нагрузка 300 грамм, цена 199 рублей. Хороший набор клеев, одна большая тупо и маленьких супер прочных за 87. Находка для обладателей велосипедов, фонарик, который крепится на руль. Три режима свечения, 87 рублей. Еще одна крутая новинка для дома, удлинитель электрический. С выключателем, тремя розетками, а также тремя входами USB, цена 399 рублей. Кабель от марки Flark, с одной стороны USB, а с другой стороны, обратите внимание, какой вход. Type-C, Lightning, цена 149 рублей. Заметила тканевую сумку, можно брать для покупок. Сверху она закрывается на молнию. Один длинный ремешок и два коротких, 199 рублей. Сбоку карман, нет подклада. Коллекция не новая, но есть много цветов. Можно использовать вместо шопера. Заглянула в отдел с одеждой, здесь тоже есть находки. Ветровка детская из 100% полиэстера, изнутри есть сетка. 349 рублей, найдутся варианты как для мальчиков, так и для девочек. С котиком, динозаврами, бабочками. Майка детская, состав 95% хлопка, максимальный размер 128. Рисунок разный, цена 124. Мужские семейные трусы в пакете продаются, распаковывать не буду. Модель классическая. Состав 100% хлопок, максимальный размер 56, 149 рублей. Однотонных нет, все с какими-то рисунками. Напиток «Святой источник», вода плюс сок. Объем пол-литра, цена 49,50. Вафельные трубочки неглазированные, полкило. Со вкусом шоколада, с растительными маслами, цена 87. Конфеты «Тоффи», сделаны в России, есть с шоколадным вкусом и второй вариант классический. 59 рублей за 200 грамм. Конечно, в составе куча добавок. На кассе вы найдете большую шоколадку Риттер Спорт, 250 грамм, лесные орехи и хлопья за 299 рублей. А для деток свит боксы, внутри поняшки и мармелад, также есть с фиксиками, 124 рубля. На сегодня все, поддержите видео лайком, подпишитесь на канал, желаю вам отличных покупок. Благодарю за просмотр, до скорых встреч и пока-пока!